завершили основную часть нашего мероприятия. У нас в этом году был на самом деле очень насыщенный сезон. Мы участвовали в куче серьезных мероприятий, и сегодня мы подводим итоги нашего, так сказать, сезона 2015-2016 годов. Значит, мы также возобновили с этого года оценку работы ребят в течение сезона. Значит, памятным призом премии за достижения в области боевых искусств в сезоне 2015-2016 года награждается победитель всероссийского, ребят, когда вы сейчас будете смотреть, да, детям по 8, по 9 лет, вы просто слушайте, да, какой они проходят. И я всегда говорю, что почему одни дети ездят куда-то, видео, а ваши нет. Мы все равно абсолютно для всех доступны. Значит, за достижения в области боевых искусств в сезоне 2016 года награждается спортсмен, победивший в всероссийском турнире по тибетскому кубок наркоконтроля, победитель всероссийского турнира по спортивному контактному карате «Сибирь Open», финалист Международной олимпиады боевых искусств. Международных соревнований в сезоне 2015-2016.
2015-2016 года, а также решением аттестационной комиссии Федерации Каминарии Каратэ и Международной Федерации Боевых Искусств Аймак награждается Игнатий Денис Сергеевич. Также решение комиссии ему присвоено черный пояс второго дана.
весом категории 8-9-25 килограмм. Перенос людей. Второе место. Президент Алексей. Первое место. Награждается Баганов Андрей. Второе место. Второе место.
потеряет Никита. И замену вместо Чернышов Семен. Аплодисменты громче. Категория 10-11 лет по 40 килограмм. Третье место. Костюшев Роман. Второе место. Черкасов Даниил. Первое место. Гарипов Марк. На татами приглашается Степанчиков Матвей, Гарко Семен. Бой за третье место. Готовится. Просьба не расходиться. Еще первый командир. Спасибо. За третье место награждается Коновалов Станислав. Второе место Булгаков Алексей. И первое место Осипенко Андрей. Второе место в категории 10-11 45 килограмм. Кристинский Влад. Первое место Мунисов Матвей. Третье место в категории 6 лет до 20 килограмм. Вишняков Александр. Второе место. Мужков Данил. Первое место. Князев Никита. Третье место в категории 8-9 лет 39 килограмм. Пушкарев Алексей. Второе место. Белоусов Владислав. Второе место. Второе место Матвей Захарович. Занимает третье место. Матвей приглашается. Матвей Владимир Мешков Егор. Бой за первое место. Первое место Никита Никита. Второе место среди девочек. Лихачева Виктория. Второе место. Рубцова Ангелина. Первое место, прошу прощения. Второе место у Виктории, первое место у Ангелины. Аплодисменты, поддержите, товарищи. 6 лет до 25 килограмм. Белоусов Владислав. Второе место. Первое место Краснодаров Дмитрий. Хакилов Владимир, красный бой. Мешков Егор белый.
большое спасибо, ребята. Так, уважаемые друзья, у нас, когда было награждение в предыдущих категориях, Говорушкин Данил бился на татами. Говорушкин Данил занял второе место. Давайте дружно поаплодируем. И заслуженная награда нашла своего хозяина. Второе место 8,942 килограмма. Пащенко Дмитрий. Первое место Артеменко Александр. Если где-то грамматические ошибки есть, мы потом все исправим. Спокойно подойдете после завершения награждения. Спасибо. Награждается Трофимов Павел, третье место. 36 килограмм 8,9 вес. Второе место Беляев Иван. И первое место финалист международной олимпиады боевых искусств Восток-Запад 2016 года Кузнецов Егор. Спасибо, ребята. Третье место 8,9,33 килограмма. Сидорин Константин. Второе место Жариков Андрей. Первое место занял финалист олимпиады боевых искусств Восток-Запад 2016 года Лушев Егор. Аплодисменты, аплодисменты. Кто плохо аплодирует, но с тренерами не фотографируется. Ничья дополнительный. Третье место 4,5-20 килограмм. Буквально слава. Второе место Потеряев Денис. Первое место Белогубов Данил. Данил. В этой категории первое место будет присвоено второе место. Второе место третье разряд. Уважаемые спортсмены, просьба не расходиться, у нас еще командное место не вручено. Спортсмены, все занять свои места. Спортсмены, занять свои места. Третье место 8,9,30 килограмм. Анатолий Сергей. Второе место Дюднев Максим. Первое место Матвей Степан. В этом бою победу держал Трофимов Владимир. Мы будем присвоить второй разряд. Ничто не было занимать второй разряд. Не можем оставить. И заключительная категория. Девочки, 5-6 лет, 23 килограмма. Второе место Кирилла Гуляна. Черкасов Данил. Китов Максим, Железка Россия. Три человека, Железка Россия. Да, я сказал. Первое место Ефремова Вера. Друзья, давайте поаплодируем нашим призерам и финалистам. Пожалуйста, все подняйтесь. А если меньше, тогда кубок больше, самый кубок. Команда тренера Ефремова Алексея для обучения приглашается победитель Международной олимпиады боевых искусств Восток-Запад Афонин Валерий.